9 лет Николай Дмитриевич изучает архивные данные, исторические документы времен Великой Отечественной войны. Сам себя называет любителем истории, считает, что его хобби помогает восстановить хронологию событий тех военных лет. Все сравниваю, все сопоставляю, все смотрю. В результате, как бы, наконец-то получил удовлетворение, что у меня картина, то есть хронология всех событий у меня от 13 октября, там 12-13 октября 41 года до февраля 42 года, все, что было вот, в направлении Одинцовского района, а тогда Звенигородского района, у меня все вырисовалось. Мемориальный комплекс в деревне Акулово посвящен воинам 32-й стрелковой дивизии. Только за одну неделю боев в 41-м году наши бойцы уничтожили здесь около 10 тысяч гитлеровцев и более сотни танков. С момента установки памятника прошло 56 лет. Сейчас идет его благоустройство. Уже залито бетонное основание, а рабочие укладывают плитку. Сам памятник также будет бережно отреставрирован. Когда заканчиваем здесь работу? Планируем 15-го уйти из земли, останутся плиты, потому что они без изготовления, их просто отдельно доставить. Значит, плитка вот здесь до 15 числа будет, да? Положена. Да, успеваете? Торжественное открытие обновленного мемориала запланировано на первые числа ноября. Евгения Августина, Карина Еряшева, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».